Хотите экономить на покупках в Китае и зарабатывать с помощью этого? Тогда вам на канал Goods of China. Там автор делится опытом и показывает, как и сколько он зарабатывает с помощью своих знаний. Подписывайтесь, ссылка в описании. Недавно на Моголь ТВ выходило видео о популярных вещах у девушек, которые бесят парней. Если не видели, то ссылка на ролик на экране и в описании. Сегодня я расскажу о 8 популярных вещах и трендах у парней, которые бесят девушек. Номер 1. Глубокий вырез на футболке или рубашке. Возможно, у женщин старше 50 лет и пользуется популярностью стиль а-ля Стас Михайлов с расстегнутыми до пупка пуговицами на рубашке. Но для молодых девушек рубашки и футболки подобного вида выглядят дешево и вульгарно. А вот футболки с небольшим V-образным вырезом, напротив, очень нравятся девушкам. Номер 2. Стройные ноги девушек нравятся парням. Но вот мужские ноги вряд ли найдут большое количество почитательниц. Поэтому слишком короткие шорты подходят только для занятий бегом. А в повседневной жизни их лучше избегать. Номер 3. Угги. Да, этот предмет одежды носят и парни. Угги и на девушках выглядят противоречиво, а уж на парнях совсем нелепо. Подавляющее большинство девушек не оценит, если вы будете носить угги. Ставьте лайк, если тоже считаете, что парни и угги несовместимы. Номер 4. Неухоженная борода или усы. Вот уже несколько лет у девушек популярны брежневские брови, а у парней пышная борода с усами. Но несмотря на то, что борода часто придает мужественности, далеко не все девушки от нее в восторге. А вот неухоженная поросль раздражает и отталкивает 100% девушек. Так что если вы парень и собираетесь пустить бороду, то сильно подумайте, есть ли у вас время и желание за ней ухаживать. Кстати, будь вы парень или девушка, напишите в комментариях свое мнение по поводу бороды. Все-таки хорошая эта вещь или не очень? Номер 5. Узкие штаны популярны уже несколько лет, но во всем нужно знать меру. Слишком обтягивающие джинсы похожи на колготки для мужчин, а на дворе не 18 век, когда это было в моде. И сегодня большинство девушек подобный стиль скорее отталкивает, чем привлекает. Номер 6. Шлепки. Нет ничего плохого во вьетнамках или шлепках, если вы находитесь на пляже. Но в городских условиях, даже в жаркую погоду, от шлепок лучше отказаться. Только очень редкие девушки в восторге от этого вида обуви. Номер 7. Когда-то носить штаны без ремня было даже неприлично. И чем больше ремень, тем лучше. Но те времена давно прошли. Сегодня объемный ремень вызывает у девушек скорее недоумение. А вот небольшой аккуратный ремень или его отсутствие никого не смутит. Номер 8. Розовая одежда идет только девушкам и то в ограниченном количестве. А вот парни должны вообще убрать этот цвет из своего гардероба. Розовые вещи на парнях выглядят совершенно немужественно, что и отталкивает многих девушек. Это были 8 мужских вещей, которые бесят девушек. Еще больше интересных видео с фактами и лайфхаками на канале Моголь ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять свои комментарии.